Друзья, всем привет, это новый выпуск. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и погнали смотреть новый видос. Всем привет. Еще хотел вам сказать, на тысячу подписчиков я делаю розыгрыш денег. Сколько, решим уже туда ближе. 200 подписчиков — это уже достижение. Ну, надо переходить на следующие уровни. Итак, на 1000 делаем розыгрыш. Участвуют те, кто подписан на мой канал и кто оставит лайк и колокольчик на этом видео. И в комментарии тоже пишите комментарии ваши. Главное условие — это быть подписанным на мой канал. И все. Вот. И будем выбирать среди моих подписчиков. Все. Жду ваших сообщений, жду ваших подписок. И поскорее уже было 1000 подписчиков, чтобы сделать для вас конкурс. Конкурсы будут постоянно идти, если вы будете подписываться, ребят. Все. До следующей встречи. А у нас идет дождь. Вот, может, кто-то заметил, может, нет. У меня появилась вот такая сумка на моем мопеде. Для чего она? Вот, я сумку поместил в вот такой вот ящик. Ну, например, если что-то купили или что-то еще, положили сюда, закрыли и можете ехать. Могу ехать, или тут у меня инструменты лежат. Тут там тряпочка, чтобы вытереть, если что-то. Ну, вот такая вот сумка, это сделано на время. Пока что-то не куплю лучше. Вот так вот, ребят. Все. I don't know where she came from, but goddamn, I wanna say some. She a dime, wanna make her mine. Heard through the grapevine, she a great time. Yeah, it should be a goddamn crime to look that damn fine. Gotta lock her up and throw away the key, or you could lock her up and give the key to me. She likes to take it down low, drop it down to the ground floor, the ground floor. Ребята, всем привет. Сегодня четверг, сходили мы в школу, купил я новую цепку себе на Альфу, на Леопард. Будем менять. Так, берем ключи. Вот. Фирму вам покажу, это не реклама, просто так. Просто купил ее на базаре. Простую цепку. Так, все, будем откручивать, ребят. She doesn't take it slow. She's putting on a show. She's acting like a pro. Baby, let's go. Take a breath on my left. It's a pile of body bigger than myself. And on my right, it's 100 scared souls screaming hell. And they scattered trying to get away, but they gon' meet day in the day. Cause ain't no way they ever had a chance to contend with me. Cause see, I kill them all. I could kill them all. See the me of them. And my blood ain't about to... Итак, ребят. Открутили мы. Вот в таком состоянии эта цепка. Сейчас. Вот оно. Оно вот так вот вроде бы натянуто, но не сильно, видите? Когда проворачиваешь колесо, там вообще она не натянута, она растянутая. Так, нам осталось снять только вот этот вот. Тут, по-моему, два болта. Да, на 6, по-моему.
И все, можно будет менять. Ребят, чтобы снять защиту, надо ключик. Ну, головка на 10, вот. Вот, головка на 10. А чтобы снять вот эту защиту, то надо головка на 8. И все, два болтика тут откручиваем. Так, все, два. И вытаскиваем. Вот, ребят. Передняя звездочка. В таком состоянии. Вот задние они. Нормальные звездочки еще. Я думал их менять, ну. Вот, видите? Нормальное рабочее состояние. Так, все, сейчас меняем, смазываем и закручиваем обратно. Вот, тут вот, если кто не знает, тут находится вот это табло, вот, там где показываются передачи. Какая у вас передача, вот. Вот это отвечает за табло, там где показываются передачи. Я думал, тут проводочек оторвался на четвертую скорость, у меня ж не показывают. Ну, тут все провода целые, значит, оно там. В самой панели. Вот так вот, ребят, все будем ставить. Садить картошку бабушке. А тут капец, тут даже не покопано. Будем сейчас копать и садить картошку. Вот картошка, а это удобрение. Мой прикид. Не снимайте банановую шкуру. Даша тоже готова. Начнем копать. Только-только приехал, уже темнеет на улице, вон можете видеть, темно, практически. Так, на сегодня все. Все, ребят, продолжаем. До завтра. Всем привет, идем домой. У нас уже жаркие дни начались. На той неделе было немного холодно. Фу, жарко капец, ребят. Так, что вам еще рассказать? Был ли у нас сегодня контрольная по алгебре? Написали. Все отлично. Идем домой. Вот такие у нас дела. Все, до следующей встречи. Друзья, все, идем со школы. Дождя уже нет. Но передают. Сегодня тоже должен быть дождь. Так, у нас хоть свежо, а то последние два дня
Было так жарко.